Так, всем привет! Сегодня рассмотрим машинку, новую машинку Gamma с артикулом SM0180. Цена составляет 1855 гривен. Название GC910. Давайте посмотрим, что входит в комплектации. В конце я расскажу, что можно купить вместо этой машинки, потому что эта машинка не соответствует цена-качество. Давайте я сначала расскажу, что там в комплекте входит. В комплекте у нас, посмотрите, даже как упаковано, что это за... Ладно. Вот машинка у нас вот таким образом выглядит. Потом расскажу. Потом в комплекте у нас идет 4 насадки. Посмотрите, что это за насадки. Вообще ни о чем. 4 насадки идет в комплекте. 3, 6, 9, 12. Кстати, сразу скажу, что ножевой блок и Wahl Magic Clip, у них одинаковые ножевые блоки, 40 мм ширина, так что насадки подходят от Wahl Magic Clip. 40-мм же нож, да, подходит идеально. Вауские насадки. Подходит, да? Да, нож одинаковый. Еще раз. Да, подходит. 40 мм нож. Да. Насадки одеваются очень легко. Одевайся. Вот, я его одел, наконец-то. А также у нас в комплекте идет зарядное устройство. Вы можете напрямую подключить, и у вас загорается LED-лампочка. И когда машинка зарядится, LED-лампочка у вас тухнет. А также у нас идет в комплекте масло и щеточка. Боже, как все упаковано, убого. Даже не хочется его открывать. Так, давайте поговорим про машинку. У машинки у нас идет мотор поставленная толка. Вы послушайте, как он звучит. Хотя я машинку полностью заряжал, смотрите. Так упрежись, что он сдохнет. Мерседес и Жигули. Скрипит, там нормально работает. Это скрипит. И цена такая же. Ну ты сильно дергаешь. Просто в инструкции написано, не надо так дергать машину. Плавно. В инструкции не написано, что надо включать. Не для стрижки. Да. Можно только любоваться, ну? Да. Машинка с тобой разговаривает просто. Знаешь, как можно сделать вообще? Можно, наверное, конечно, было купить машинку, дешевую машинку купить, поставить хороший ножевой блок, слава. И может быть она бы расцвела. Что это было, вы скажи мне, пожалуйста. Франкенштейн? Не знаю. Тут вроде 7500 оборотов. Я их не чувствую вообще. Нету там столько оборотов. Там так написано. Написано много чего. Мы можем проверить на самом деле, сколько там. Как ты проверишь такие вещи? Так, у машинки высота среза составляет от 0,9 до 2 мм. Ножевой блок нержавеющей сталь. Ширина ножа составляет 40 мм. Бесступенчатая регулировка высоты среза. Да. Кстати, даже каретку мы подтягивали, когда мы снимали тест в барбершопе Гризли. Мы подтягивали даже каретку, потому что она была расхлебанная. Нюансы. Не, это вот эту хрень. А что ты регулируешь? Да, она вообще болтается, как сопля. Вот во время стрижки, ну, съезжает, я вижу, рычажок идет вниз. Где она? То есть машинку скопировали, а капнуть хотя бы для резьбы каким-то силиконом, чтобы она не откручивалась, да? Никто этого не сделал. Ну, не знаю, лучше, если покупать, брать вещи. Ну, если у тебя нет денег. Если ты начинающий мастер. Да. И вполне можно стричь. Не начинай тогда. Не, ну так тоже стричь. Я помню, когда я первый раз приехал, у тебя в руках примат был. Да, это начало было. 8 лет. Какое начало? Я 8 лет приматом отработал. Да? Ну, когда я пришел к тебе первый раз. На тот момент была это самая лучшая машинка, наверное. А, ну и сейчас тоже хорошая машинка. Просто зависит, что ты хочешь с ним сделать. Она рабочая лошадка. Потом аккумулятор у нас идет литий-ионный. Время зарядки идет 2 часа, автономная работа 60 минут. Первая зарядка, изначально вы должны машинку зарядить 12 часов. Так написано в инструкции. Потом
Кстати, хотел сказать, а вам машинка на что напоминает? На какую машинку? А? На Wacom Magic Clip, потому что у нас точно такие же выемки, точно такие же держатель вот этот для петелька, чтобы машинка нигде не валялся. Точно такая же кнопка включения-выключения. И машинка копия. Копия просто Wacom Magic Clip. Они просто срисовали машинку Wacom Magic Clip, но по качеству вообще машинка не соответствует своему внешнему виду. Спасибо тебе большое. Потом, давайте я сейчас расскажу, какую машинку лучше купить вместо этой машинки. Я буду говорить артикула, а вы будете видеть на экране все эти машинки. Погнали. 15 вариантов, кстати. Слушаем внимательно и записываем. Кто не успевает, например, машинка вам понравилась, ставьте стоп и записывайте артикула. Так, первая машинка 85606, 2045 гривен цена. Это Jaguar SM2000, проводная. 73010, 2780 гривен. Это Andes, аккумуляторная. 73045, 2780, Andes, аккумуляторная. 24100, 1465 гривен цена, Andes, проводная. 66375, 1710 цена, Andes, проводная. 12332050, 2665, это Moser, проводная. 08110016, 1600 гривен, это Wacom. 08463-316, 2080 гривен, Wacom, проводная. 08451-016, 2050 гривен, цена. Wacom, проводная. 08466-216, 1930 гривен, цена. Wacom, проводная. 08470-5316, 1930 гривен, цена. Wacom, проводная. ERGP 30-K520, 1999 гривен цена. Это Panasonic аккумуляторный. BAP FX685E 200 цена. Это Babyliss проводная. 1565-2077, 2265 гривен цена. Moser аккумуляторная. И самый последний вариант 76606-95, 2375 Oster проводная. Кстати, классная машинка, фейд можно делать, очень крутой, классные переходы делает машинка. Так что не покупайте эту машинку. Это, я не знаю, я просто выставил, и у нас на сайте zepsus.com вы можете купить, если вы, вы хотите. А так я советую, не покупайте эту машинку. Я вам 15 вариантов перекинул, что лучше приобрести вместо этой машинки. Не забывайте подписаться у нас на канале. Не забудьте подписаться на мой канал Мираб ТВ. Поставь лайк обязательно, потому что я даю хорошие, только хорошие советы. Переходите на сайт zepsus.com, ссылка будет под видео. А также у нас есть инстаграм-страница, тоже будет в описании. Переходите, там у нас выходят новинки, акции, прямые эфиры скоро запущу, там будут ответы на вопросы, так что давай, действуй. Обязательно поставь лайк, хорошего тебе дня и пока. Я не могу или не сделать.